Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Здравствуйте, друзья. В этом видео я хочу сделать обзор кабинета социальной сети Futurnet. Итак, вы находитесь на своей странице. И что у нас здесь есть? Ну, во-первых, вот в этой вот панели, если вы на нее наведете, открывается список ваших друзей. Там, где стоит зеленая отметка, то значит этот человек находится сейчас в онлайне. Если, например, вы хотите написать кому-то из ваших друзей из этого списка, то просто нажимаете на его, ну скажем так, профиль, и открывается вот такое диалоговое окно, куда вот сюда вот вписываете то, что вы ему хотите отправить. Например, привет. Нет, лучше здравствуйте. И нажимаете кнопочку Enter. И можете сюда также добавить, к примеру, какой-то смайлик. Ну, к примеру, скажем так, просто улыбающегося человечка. Нажимаем кнопочку Enter. Вот. Сообщение отправлено. Здравствуйте. И вот смайлик. Можете его удалить, если вам по какой-то причине не нравится то, что вы написали. Нажимаете подтвердить. И все. Сообщение удалено. Также на этой странице те посты, которые вы отправляете, они находятся вот здесь, вот, в центре. А здесь ниже ваши друзья, фотографии, аватарки. Можем перейти на ваш аккаунт. Здесь интересные тоже есть моменты. Вот, к примеру, кнопочка Delete Account. Это вы можете удалить свой аккаунт, если он по какой-то причине вам не нравится. Вот это вот ваши реферальные ссылки. Я пользуюсь вот этой вот Futurnet Club, потому что тогда открывается окошко, в котором заполняются все поля. И имя, и фамилия, и e-mail, и так далее. Мне это кажется более удобным. Потому что если мы нажмем вот на эту вот ссылку, то здесь только e-mail. И человек просто дальше может запутаться и не понять, что же дальше здесь делать. А на той предыдущей ссылке, Futurnet Club, все понятно, что нужно заполнить. Также можете посмотреть мое видео, которое я записал раньше, как правильно зарегистрироваться в проекте Futurnet. Что дальше? Нажмете вот на эту кнопочку. Она, кстати, всегда Futurnet. Либо вот здесь вот слева, либо вот здесь вот в центре. И вы попадаете на ту страницу, где размещены все посты, которые писали все ваши друзья и делились. А также нас интересует и очень интересует вот эта вот, скажем так, колонка. Например, часто спрашивают, где я могу посмотреть, сколько же я заработал на переписке с друзьями. Для этого существует вот эта вот кнопочка «Заработок за активность». Как видите, вот информация появляется, дата и ваш заработок. Это и итоговая сумма. Это чисто за переписку и размещение постов. Фотографии, лайки и все остальное прочее. Это ваша социальная активность в этой сети. Если вы нажмете на кнопочку «Your Login Bonus», то вот здесь вот появляется информация, сколько вы заработали просто за то, что находились на данном сайте, в этой социальной сети. Сейчас немножко поясню. Вот у нас «Login Bonus». Как видите, начисляется до 5 минут нахождения 1 цент, от 5 до 15 минут 3 цента и свыше получаса 5 центов. Как видите, я находился всегда в эти дни больше, чем полчаса.
Поэтому мне и начисляли по 5 центов за каждый день. И вот чтобы открыть вот эту вот ссылку, это все, вся информация о том, каким способом можно заработать в этом проекте. Для того, чтобы посмотреть все способы заработка, все бонусы, которые нам начисляют, все расценки, для этого мы нажимаем вот на эту кнопочку «Скачать». А здесь вот «Скачать Футурнет маркетинг план». Маркетинговый план Футурнета. Если вы нажмете эту кнопку, то у вас откроется именно вот это вот окошко в PDF формате. И вот здесь вот можете смотреть, изучать. Здесь, правда, на английском часть информации, часть на русском. Но, я думаю, разберетесь. Как-то с английским языком у нас люди дружат. Вот, например, сейчас как раз попали на ту страничку, где описывают все типы бонусов, которые есть в данном проекте. Я в этом видео их не буду рассматривать. Это достаточно много информации. Для этого нужно посвятить отдельное видео. Но знаете, что про все вот эти вот бонусы вы можете прочитать, просмотрев данный файл PDF. Итак, возвращаемся. Опять, чтобы вернуться на ту страничку, нажимаем вот эту вот ссылку Futurnet. Так, надеюсь, понятно. Основные кнопки, которые нас интересуют. Нас интересует основная информация, которая здесь, на этой странице. Итак, повторю. Вот это вот PDF. Заработок за активность. И логин бонус. Здесь вот находится реклама. Это когда вы захотите дать рекламу, которая вот будет вот здесь вот с правой стороны отображаться, то вам надо посетить вот этот вот раздел «Реклама». Я не буду кликать, но если вам интересно, нажмете там на английском языке. Ну, придется поизучать. Дальше. Продукция компании. То, на чем компания зарабатывает и чем можете пользоваться вы. Если кратенько, ну, например, нажмем. Это лендинг-страницы. Вот, вы можете создать, проводить управление и посмотреть статистику лендинг-страниц, которую предоставляет социальная сеть Futurnet. Возвращаемся. Также здесь есть и другая продукция. Ну, например, это вот шаблоны веб-сайтов, это вот видеописьма, это блог. Также здесь есть вот интересная кнопочка. Это для размещения и скачивания файлов на удаленных серверах, то есть на серверах непосредственно вот этой вот компании. И что интересно, вот, например, buy storage, это купить хранение. Это уже скачивание. За всю эту продукцию мы можем расплачиваться поинтами, которые нам начисляет компания наравне с деньгами за наше пребывание и активность, а также за активацию партнерской программы. Вот если посмотрим оригинал, то вот, например, вот этот вот пакет нам обойдется 1 доллар или 100 медиа points в месяц. Ну и так далее. Можете посмотреть сами расценки. Сколько у вас медиапоинтов начислила компания, также видны на этой странице. Вот они. У меня на данный момент 4500. Я еще пока ими не пользовался, но в ближайшее время обязательно воспользуюсь, потому что очень интересная продукция у этой компании, у проекта Futurnet. А также вот нас может заинтересовать вот эти кнопочки. Это мобильные приложения социальной сети для ваших мобильных устройств на базе iOS или для Android. Ну вот, пожалуй, кратенько и все. Я думаю, основные моменты для начинающих пользователей социальной сети Futurnet я сумел вам изложить. Удачных вам заработков и до связи! Ссылка на регистрацию в проекте Futurnet находится под этим видео.